В областном центре народного творчества вместо обычных танцев провели вечерину в традициях. Члены культурно-исторического центра традиции решили придать вечеркам не только развлекательный, но и образовательный характер. А потому на очередном мероприятии поговорили о пошиве народной одежды, ее историческом аспекте, а также продемонстрировали народный костюм 17 века. С Петра начинается влияние французского и немецкого платья. У меня на ногах башмаки. Вот, собственно говоря, турецкий башмак. Купцы часто контактировали с иной культурой, и поэтому вообще на мне такая смесь русского традиционного, персидского и турецкого костюма. В общем, получилось довольно познавательно, отметили участники встречи. Подобные лекции культурно-исторический центр планирует продолжать и далее.